У ефіры навіны прынёмання ў студыі Вольга Пілянчук. Вітаю вас. Сёння Гродзенскі рэгіён наведала дэлегацыя публічна-прававой кампаніі «Расійскі экалагічны аператар». У кампетэнцыі арганізацыі адсочванне эфектыўнасці і законнасці абарачэння з цвёрдымі камунальнымі адходамі. У рамках візіту прадстаўнікі кампаніі правялі знаёмства з работай Гродзенскага завода па утылізацыі і механічнай сартыроўцы смецця. А папярэднічалі гэтаму перамовы з кіраўніцтвам Гродзенскага аблвыканкама. Обмен опытом и технологиями, реализация совместных проектов Гродзенщины и компании «Российский экологичный оператор» налаживают взаимодействие у перепроцовки отходов. Сегодня в Гродзенской области працует программа по отриманию другостных материальных ресурсов с коммунальных отходов и их рециклингу. У областном центре со смети отримовывают 31% другостной сыровины. Как было отзначено, этот показчик будет только повеличиваться. Нам действительно очень интересна та система, которая в Гродзенской области построена по обработке отходов. Это и сбор, в том числе раздельный. Это опыт по закрытию мусоропроводов, который в этом отношении был несовместим с раздельным сбором. Это достаточно эффективная система сортировки и переработки, что самое главное. Дарэчы, у Гродзенскай вобласці на дадзеным этапе актыўна ідзе рэкультывацыя міні-палігонаў. Як было адзначана на сустрэчы, да канца года плануецца закрыць усе такія аб'екты. А магутнасці смеццесартавальнага завода, які працуе ў абласным цэнтры, будуць задзейнічаны максімальна. У сваю чаргу для Гродны цікавы вопыт Расійскай Федэрацыі, у прыватнасці укараненне новых тэхналогій па атрыманню РДФ-паліва з цвёрдых камунальных адходаў. Некаторыя тэхналогіі, якія знаходзяцца ў настаўчы момент у актыўным абсуждэнні, ўжо внедрены в некоторых регионах Российской Федерации. В частности, это использование альтернативного топлива, РДФ так называемого. Это возможности построения новых технологических линий, которые также в достаточно высокой степени локализации были реализованы на территории Российской Федерации. И, естественно, мы в этом отношении приглашаем к совместным проектам, в том числе по переработке отходов. Як прагучала на сустрэчы, супрацоўніцтва двух бакоў працягнецца. Такім чынам будуць аб'яднаны намаганні для павелічэння глыбіні перапрацоўкі смецця, вывучаны вопыт абыходжання з цвёрдымі камунальнымі адходамі і рэалізаваны сумесныя праекты. Сімвалічна, што ў рамках візіту была высаджана дубовая алея «Адзінства і памяці». Яна размясцілася ў Калошскім парку. Республіканскі суботнік сёння аб'яднаў жыхароў Гродзеншчыны. У цэнтры ўвагі ўдзельнікаў веснавога мерапрыемства па традыцыі былі розныя аб'екты рэгіёна. Так, напрыклад, у Ваўкавыскім раёне навозілі парадак у мемарыяльным комплексе Шаулічы, у Карэліцкім на мемарыяльным комплексе Звязда. У Дзятлава ў цэнтральным парку мясцовыя прывялі ў парадак помнік героям Савецкага Саюза, а ў Мастоўскім добраўпарадкавалі брацкую магілу каля вёскі Дуброўка. Пад увагай былі і гісторыка-культурныя аб'екты, сацыяльныя ўстановы. А ў абласным цэнтры добраахвотнікі працавалі на анкалагічным дыспансеры, будучым мосце прывозілі ў парадак лесапаркавай тэрыторыі. І гэта толькі некаторыя з кропак, дзе былі патрэбны ўвага, рукі і дапамога. Самая вялікая будоўля медыцынскага аб'екта ў рэспубліцы – Гродзенскі абласны анкалагічны цэнтр. Менавіта тут сёння разгарнуліся маштабныя работы ў рамках рэспубліканскага суботніка. Працоўны дэсант змяніў дзелавыя касцюмы на рабочую форму і выконвае бетонныя работы ў адным з карпусоў будучай клінікі. Весна – это время обновления, обновления природы. И у нас, у славян, была такая традиция, есть традиция, о том, что после зимы все весной начинают убираться в дворе, моют окна, то есть приводят свое жилье в порядок. А поскольку свой дом в порядок, а поскольку Беларусь – это наш общий дом, я очень рад, что столько много неравнодушных людей вышли для того, чтобы навести порядок и после зимы действительно подправить то, что за время зимы пришло в не очень хорошее состояние. А почему настройки мы? Ну, это действительно знаковые объекты. И мы хотим еще раз привлечь внимание и хотя бы прикоснуться к истории. Это уникальное сооружение. Я думаю, что когда оно будет введено в эксплуатацию, оно очень сильно улучшит возможности наших замечательных врачей-онкологов.
Гродзеншчына пакуль адзін рэгіён, дзе адсутнічае комплексны падыход да лячэння анкалагічнай паталогіі. Сёння работа вядзецца на ўсіх пляцоўках анкацэнтра адначасова. Самая актыўная ў радыялагічным корпусе. Гэта першая чарга. Як плануецца, яна будзе здадзена ўжо напрыканцы года. Дарэчы, сёння вядзецца размова аб паскарэнні тэмпаў будаўніцтва хірургічнага корпуса, каб увесці яго ў эксплуатацыю ў 2022 годзе. Таму дапамога ў рамках агульнарэспубліканскага суботніка лішняй не аказалася. Все собрались и работают на благо всех, то есть на общество, на страну, на город, на район делают его чище, красивее. У нас такие широты, надо после зимы мусор немножко убрать. На пляцоўцы ў 9 гектараў паралельна вядзецца будаўніцтва аб'екта ў другой чаргі аперацыйнага і лекавага блока ў лабараторнага корпуса. Так, па плане яны будуць паслядоўна ўводзіцца ў 2023-2025 годах. Мы понимаем, что это здоровье людей, их безопасность и качество знаний. Поэтому чем быстрее будет введен этот значимый для Гродненской области объект, тем лучше будет для нашего населения, для каждого из нас. Поэтому если есть возможность хотя бы один день здесь провести и принести пользу, я только за. Па папярэдніх падліках у рэспубліканскім суботніку ў Гродзенскай вобласці прынялі ўдзел каля 300 тысяч чалавек. Гэта прадстаўнікі розных грамадскіх арганізацый, ведамстваў, службаў і прадпрыемстваў, старэйшае і маладое пакаленне. Такім чынам, добрая традыцыя вясной наводзіць парадак на роднай зямлі, рабіць свае гарады і вёскі больш утульнымі і прыгожымі, зноў аб'яднала ўсіх беларусаў. Субботник – это вообще белорусский праздник. Мы вышли для того, чтобы какую-то лепту внести свою в это благодарственное дело. Нельзя быть равнодушным и оставаться в стороне, когда идет стройка такого замечательного онкодиспансера, которого действительно нету в Гродненской области, а он необходим. Дарэчы, падчас рэспубліканскага суботніка ў Гродзенскай вобласці плануюць сабраць каля 750 тысяч рублёў. Палова грашовых сродкаў будзе пералічаны Міністэрству аховы здароўя на ўмацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы, пакупку медабсталявання і вакцыны ад COVID-19. Другая застанецца ў распараджэнні аблвыканкама і будзе накіравана на рамонт, рэканструкцыю і рэстаўрацыю гісторыка-культурных каштоўнасцяў, мемарыяльных комплексаў, месцаў баявой і воінскай славы часоў Вялікай Айчыннай. А зараз да агляду асноўных падзей гэтага тыдня. Юры Караеў наведаў Бераставіцкі район. У рамках рабочай паездкі памочнік прэзідэнта Беларусі, інспектар па Гродзенскай вобласці, у раённым выканаўчым камітэце правёў тэлефонную лінію з насельніцтвам, якая прадоўжылася 2 гадзіны. Усяго ў яе рамках паступіла 14 зваротаў і пытанняў ад грамадзян. Па яе выніках была зроблена выснова. Праверка сістэмы арганізацыі работы раённых органаў вертыкалі ўлады з насельніцтвам на професійным узроўні. Анансаванне мерапрыемства і 2 адведзеных на гутарку гадзіны. Гэтым разам прамая тэлефонная лінія арганізавана на выездзе ў Бераставіцкім раёне. У рамках дыялогу памочніка прэзідэнта з жыхарамі раёна вучаць пытанні якасці працы ЖКГ, у прыватнасці закраналася праблема аплаты за паслугі. Гэта зноў пацвярджае, жыллёва-камунальная гаспадарка застаецца балючай тэмай. Так, жыхарка пасёлка звярнулася з просьбай дапамагчы вырашыць канфлікт аб прымусе яе да аплаты за паслугі, якімі яна не карыстаецца. Квартира в доме не может существовать отдельно. Вот наша задача ей как бы это объяснить, но и в то же время разобраться, если что-то ей насчитывают неправильно. Для людей в небольшом районе и копейки некоторые имеют тоже значение, а главное принцип и справедливость. И вот тоже нарушить нельзя, ну, в сторону человека особенно, да? То есть она должна быть полностью удовлетворена, если она в своем праве. Добраўпарадкаванне населеных пунктаў, налічэнне льгот, тэмы, якія таксама не засталіся па-за ўвагай у рамках прамой тэлефоннай лініі. Усяго за 2 гадзіны паступіла 14 зваротаў і пытанняў ад грамадзян. Далей работа па-за сценамі кабінета. Памочнік прэзідэнта знаёміцца з вытворчым цэхам Бераставіца ААТ «Малочны мір». Як было адзначана, на дадзены момант увага надаецца развіццю такіх галін, як сельская гаспадарка і перапрацоўка. Менавіта гэтыя напрамкі сталі ключавым фактарам росту эканомікі рэгіёна. Падчас наведвання прадпрыемства шла гаворка аб мадэрнізацыі вытворчасці, павелічэнні экспарту, пашырэнні геаграфіі паставак. Планируется также дальнейшая модернизация нашего производственного участка, оборудование, сельскохозяйственные, трансформаторные подстанции. То есть мы не стоим на месте, движемся вперед. Для этого есть все, силы, возможности и желания. Наведвучы мясцовы аб'ект прамысловасці Юры Караю выказаўся, што такія візіты даюць поўнае ўяўленне аб выніках вытворча-гаспадарчай дзейнасці і арганізацыі тэхналагічнага працэсу. Дэгустацыйны зал
оставляет хорошее настроение, впечатление, потому что, ну, поражаешься уму и таланту людей, которые вот на каждый вкус для его разнообразия, для каждого человека делают. Не то, что там один есть сорт, нет, вот все время что-то изобретают, смешивают, какие-то процессы делают, чтобы, ну, получилось что-то новое, не стоят на месте никогда. Подобные мероприемства – это проверка системы организации работы района вертикали с населением. Такой думкой по выниках працы на Бераставичине поделился помощник президента Беларуси, инспектор по Гродинской области Юрий Караю. Отказы на питание, которые хвалюют жихару, оказание содейничания у их вырашения, механизм оперативной связи громадян с простовниками улады у черговый раз доказал свою эффективность. И у даденным выпадку яна на профессийном узровне. Державные органы и организации Гродинской области переходят на республиканскую облачную платформу. Подключение до так званого державного облака поширяет возможности использования найновших сучасных технологий, которые выполняют шэраг функций, але в первую чергу гарантуют информационную безопасность. Помеж понятиями обороны информации державных систем и обеспечения держбезпеки распрацовщики белорусские в облачной технологии ставят знак ровности. У вырашения данного питания у компании великий опыт. Некоторый час тому у Беларуси было створено державное облако, якое открыло новые возможности по лишбовой трансформации. Зараз корыстальниками системы заявляются уже больше за 5000 установ у нашей краины. З их свыше 500 – это держорганы и организации. Спеси министерства по податках и сборах, охоты здоровья, финансов, социальной обороны и не только. Завтра западная площадка отключила хостинг, ну и появилась проблема государственных органов и организаций. В этом плане как бы, мы обеспечиваем сохранность данных в стране. Эти данные никуда не уйдут, не потеряются, они будут обеспечены, и информационная система, которая их обрабатывает, будет функционировать 24 часа. 7 дней в неделю, 365 дней в году. На выкарыстанне республіканскай воблачнай платформы бліжэйшым часам будуць скіраваны і дзяржорганы, і арганізацыі Гродзеншчыны. З гэтай мэтай у абласным цэнтры на гэтым тыдні прайшоў адмысловы семінар. На сустрэчы абмяркоўваўся блок тэм: выкананне законадаўства ў сферы тэлекамунікацыі, правядзенне дзяржзакупак у сферы IT, бяспека інфармацыйна-камунікацыйных рэсурсаў. Як прагучала на мерапрыемстве, у сувязі з ростам правапарушэнняў у сферы высокіх тэхналогій, пытанне бяспекі сёння актуальны як ніколі. Толькі ў мінулым 2020 годзе ў рэгіёне былі зафіксаваны дзясяткі фактаў узлому інфармацыйных рэсурсаў і лакальных сетак прадпрыемстваў рэгіёна. Менавіта на абарону ўласных дадзеных і мінімізацыю рызыкі ўцешкі інфармацыі накіравана дзяржаўнае воблака. На тыдні Міністэрства аховы здароўя Беларусі аб'явіла пачатку трэцяй хвалі каронавіруса ў рэспубліцы. Спецыялісты ў рэгіёнах, у тым ліку гродзенскім, канстатуюць рост захворвання COVID-19 і ковіднымі пнеўманіямі цяжкага цячэння. Спецыялісты санэпідслужбы ўзмацнілі кантроль за выкананнем супрацьэпідэміялагічных мерапрыемстваў у арганізацыях і на прадпрыемствах. Паралельна працягваецца вакцынацыя, якая дапаможа абараніць насельніцтва ад цяжкіх формаў захворвання. 22 дні таму запісалася, праз дзень зрабіла прышэпку, цяпер паўторную. З вакцынацыяй ёсць верагоднасць, што нават калі захварэе, што ковід пройдзе лягчэй, расказвае пра сваю матывацыю гродзенка Дар'я Швед. Я не хачу второй раз балець. Просто выпавшы з жызні месяц балезні, как ні круці, ты чувствуеш сябе не очень хорошо, поэтому тут лето, куда-то, может быть, хочется поехать, и я считаю, что есть смысл. У чарзе на вакцынацыю пераважна пажылыя людзі. У кожнага свая прычына, па якой ён прыйшоў зрабіць прышэпку. Алена Каралёва прызнаецца, проста стамілася баяцца. Потому что вокруг все болеют. И поэтому каждый день в автобусе очень много людей без масок, без всяких. То есть шанс попасть под ковид очень большой. Я просто возмущена. Вот третья волна ковида в автобусах очень много. Ну, не очень много, нет. Но несколько человек без масок, как минимум, бывает. Я даже иду на то, что молодые в медколледже учатся некоторые, я их спрашиваю. Они без масок. Я говорю: девушка, почему вы без масок? А я не боюсь. Я говорю: что значит не боитесь, а другие?
Массовая вакцинация от COVID-19 набирает темпы. Только у центральной поликлиницы Гродно прошепку уже сделали амаль 1500 человек. У так званым листе чекання еще 600 жадающих. Это гродинцы старейшие за 60 год и пациенты с хроничными захворваниями. И они относятся до самой великой группы риски и тяжей за все переносит COVID-19. Тому перед прошепкой обязательный огляд врача-иммунолога. После введения первой дозы вакцины медики попереживают, что может подняться температура. Просят не наведывать лазню, сауну и не пить алкоголь. Еще каждому пациенту дается памятка с датой уколу другим компонентам – простры тыдни. У день вакцинации у процедурный кабинет выходит по живой чарзе, что позволяет у день вакцинировать около сотни человек. И запись на пришепку супер коронавирусу протягивается. Вакцины у нас в принципе достаточно, это больше 200 доз вот, на сегодняшний день. И когда вакцина заканчивается, мы получаем очередную партию вакцины. То есть мы работаем бесперебойно. На сегодняшний день работает пока один прививочный кабинет, но с расширением количества прививаемых мы планируем еще дополнительно два кабинета открывать. Тем часом врачи еще раз нагадывают, главной условием для пришепки супрать коронавируса является доброе самочувание. При его погоршении, повышении температуры, тяжкости при дыхании, гублении смаку або паху необходимо оставаться дома и обязательно выкликать врача. И усім без выключения выполнять элементарные противоэпидемичные правила. На Гродинщине все больше людей становятся донорами крови на безвыплатной основе, констатуют специалисты. Штогод весной проходит традиционная кампания по формированию базы доноров. И что раз до яе подключаются все больше доброохотников, переважно молодые люди. Так у стенах одного из интернатов Купаловского университета на працовном тыдне прошла черговая такая акция. Каля 300 человек у их лику студенты, выкладчики, супрацовники ВНУ выказали жадание сдать кров на безвыплатной основе. И поток сдатчиков с Купаловского повялишивается с года в год. Гэтым разом с загульного лику доноров 20% люди старейшего поколения, представники выкладчицкого и керующего склада установы. Сотрудники также активно принимают участие в этой акции. Ну, вот, по примеру предыдущей акции, которая проходила осенью, в ней приняло участие 225 человек, а уже вот сегодняшняя акция 270. Ну и вот мы отмечаем то, что увеличение количества сотрудников именно. То есть студенты являются примером, то есть они говорят, что записываются на возможность сдать вот добровольно кровь, и это является определенным стимулом, в том числе и мотивацией для наших преподавателей, сотрудников. Сдача крови, что подкресливается, проходит с уликом эпидемиологичной рызыки. На местах сбору принимаются все барьерные меры, что робить процедуру цалком безопасной. Это важно очень сильно, потому что, опять же, мы можем кому-то спасти жизнь. То есть кому-то нужна помощь, почему эту помощь не предложить человеку? Специалисты звертают увагу на то, что донорами могут стать особы от 18 до 55 годов, которые не имеют хроничных захворваний и не проходят лековую терапию. Для того, когда у человека было вирусное захворование, то повинно пройти минимум 2 тыдня после выздоровления и 2 месяца после вылечивания от COVID-19. Дальше все доноры перед сдачей крови проходят обязательное обследование. Выники подрыхтовки за первую половину учебного года на этой семидзёнцы продемонстрировали прынёманские сувязисты. Кульминацией деяния у наближенной до боевой обстановки стало разгортывание аппаратных и каналов сувязи. Навыки зладженных деяния у полевых умовах продемонстрировали солдаты, прапорщики и офицеры особного полка сувязи, які дислокуются у Гродня. На сегодняшний день продолжается очередной активный этап боевой подготовки. В рамках полевого выхода экипажи аппаратных продолжают совершенствовать свои навыки по развертыванию и эксплуатации средств связи. Как вы видите, командиры подразделений оценивают действия экипажей, а также их слаженность в рамках отработки учебных задач и нормативов по тактике специальной подготовки. Командиры дают оценку, и каждый экипаж по завершению полевого выхода получит результат, который станет итоговым за первое полугодие учебного года. Разгортывание сродков сувязи проводилось в рамках вызначенных нормативов. С их выполнением на выдатной, навод со значным опереджением отведенного часу справились многие экипажи. Яны проявили зладженность деяния, чем продемонстрировали высокий узровень теоретичной и практичной подрыхтовки, якая была отримана у ходе регулярных занятков.
Это уже завершающий этап нашего первого полугодия. Здесь военнослужащие показывают именно те навыки, которые приобрели в течение обучения за первые полгода. Каждый расчет уверенно действует при развертывании своей веренной ему аппаратной. Все знают свой маневр и уверенно развертывают каналы и линии связи. Служба сувязістаў, означаюць командзіры, патрабуе ад асабовага складу трывалых ведаў па фізіцы і матэматыцы, камп'ютарных тэхналогіях, а таксама добрай фізічнай падрыхтоўкі. На сучасным этапе без гэтага не абысціся ні салдатам, ні афіцэрам. Як паказваюць шматлікія зборы, палявыя выхады і вучэнні, у якіх удзельнічаюць сувязісты, з пастаўленымі задачамі гродзенцы паспяхова спраўляюцца. У Гродні ўпершыню ўручылі спецыяльны медаль «Жонка пагранічніка». Ганаровага нагруднага знака, заснаванага Дзяржпагранкамітэтам Беларусі, удастоена Надзея Мішонкава, намеснік дэкана факультэта замежных навучэнцаў медыцынскага ўніверсітэта, якая побач са сваім мужам, пагранічнікам, на працягу амаль 40 гадоў, разам неслі баявую службу на розных заставах і пагранічных пастах у краінах Сярэдняй Азіі, прайшлі выпрабаванне Афганістанам. Спецыяльны нагрудны знак «Жонка пагранічніка» заснаваны па ініцыятыве Рэспубліканскага савета ветэранаў органаў пагранічнай службы. На адным баку ўзнагароды выява жаночай і мужчынскіх фігур і надпіс «Жонка пагранічніка», на адваротным эмблема пагранічных войскаў, пад якой словы «За любоў і вернасць». Ва ўрачыстай абстаноўцы нагрудны знак быў перададзены Надзеі Мішонкавай, жонцы палкоўніка пагранічных войскаў у адстаўцы. С ними прослужили на границе уже 49-й год. Она всегда была со мной, всегда меня поддерживала. Я всегда чувствовал ее твердую руку, всегда мне и во всем помогала. Сколько мы живем, мы с ней никогда серьезно даже не ссорились. Должна быть сильной. Не мешать мужу работать, служить. Потому что у него не работа, у него служба, государственная служба. И это важно. Почему? Потому что все-таки за его плечами не только семья, а родина. Вот. Это дорогого стоит. Дороже быть ничего не может. Зараз у складзе ветэранскай арганізацыі Гродзенскай пагранічнай групы больш за 5 сотняў афіцэраў. А таму цырымоніі ўганаравання нагрудным знакам «Жонка пагранічніка» наканавана стаць добрай традыцыяй. Як мяркуецца, бліжэйшай урачыстай нагодай для ўручэння ўзнагарод стане 9 мая – Дзень перамогі. Гістарычныя здымкі часоў Вялікайчыннай вайны, узнагародныя лісты і баявыя характарыстыкі партызан і падпольшчыкаў, якія дзейнічалі на тэрыторыі Гродзеншчыны. Інтэрактыўная выстава «Партызаны Беларусі» на тыдні адкрылася ў абласным цэнтры. Яна ўключае больш за 70 экспанатаў і заснавана на дакументах унікальнага інтэрнэт-праекта выдавецкага дома «Беларусь сегодня» і Нацыянальнага архіва «Партызаны Беларусі». Он включает в себя в настоящее время больше 630 тысяч уникальных электронных карточек на партизан, которые действовали на территории Беларуси. И постоянно этот процесс продолжается и обновляется. И мы рассчитываем на загрузку порядка полумиллиона документов, полумиллиона листов, которые будут в документальной форме рассказывать о том подвиге, который совершили партизаны на территории Беларуси. Адметна, што на выставе прадстаўлены таксама і інтэрактыўны стэнд праекта «Партызаны Бай», з дапамогай якога кожны наведвальнік зможа паспрабаваць знайсці сваіх продкаў, якія былі партызанамі і падпольшчыкамі. Сёлета выстава праходзіць у фармаце азнаямлення з праектам студэнтаў і выкладчыкаў вышэйшых навучальных установаў. У Гродні першымі з унікальнай экспазіцыяй пазнаёміліся купалаўцы, потым яна будзе прэзентавана ў медыцынскім і аграрным універсітэтах. Для моладзевай сталіцы Беларусі выстава пабывае ў Віцебскай і Брэсцкай абласцях. На мой взгляд, эта выставка – это отличная возможность как студентов, так и преподавателей, в принципе, всех, кто учится и работает в ГРГУ, посмотреть, как жили партизаны, посмотреть на эти времена, взглянуть, скажем так, их глазами. И для меня это особенно важна эта выставка, так как мой прадед, он воевал, прошел всю войну, дошел до Берлина. И то есть для меня данная выставка несет еще большую ценность.
Дарэчы, портал, на якім збіраюцца, адлічбоўваюцца і сартыруюцца матэрыялы, працуе з 2019 года. З гэтага часу яго наведалі больш за 200 тысяч інтэрнэт-карыстальнікаў. І на дадзеным этапе у базу дадзеных пра партызанаў і падпольшчыкаў Беларусі, якія дзейнічалі ў гады Вялікай Айчыннай вайны, загружана звыш 133 тысяч электронных картачак, якія паступова складаюць сапраўдную віртуальную энцыклапедыю партызанскага руху Беларусі з рознымі тэматычнымі раздзеламі. З нагоды 60-годзя першага палёту ў космас Юрыя Гагарына, якое адзначалася 12 красавіка ў дзень касманаўтыкі, выхаванцы лабараторыі ракетна-касмічнага мадэлявання Гродна здзейснілі запуск макета касмічнага карабля «Усход». У 9 гадзін раніцы 7 хвілін, роўна ў той час, калі легендарны касманаўт з касмадрома Байканур сказаў сваё славутае «паехалі», юныя гродзенцы ва ўрочышчы Забалаць запусцілі дакладную копію першага карабля і паўтарылі ўсім знаёмую фразу. Все мои гуртковцы находятся тут, и они все помогали мне в какой-то якости, кто-то больше, кто меньше. И вот таким чином мы подрихтовались и святкуем это свято. Мы отзначаем каждый год, но юбилей, есть юбилей, и мы к этому юбилею уже что-то новое выдумляем. И хочем, чтобы оно отрознивалось от таких будных как бы, дней. Я занимаюсь ракетомоделированием с 1 сентября, и мне очень нравится этот вид спорта. Папа также очень заинтересован в этом виде спорта. Он мне помогает в этом и бывает на соревнованиях вместе со мной. Мне показалось это очень интересно, что ракеты раскрываются и так летят, и мне захотелось тоже попробовать сделать и запустить ракету, и вот мне очень нравится. Дванаццатага красавіка асаблівы дзень для гэтых рабят. Да запуску дакладнай копіі касмічнага карабля «Усход» у маштабе 1:25 вучні рыхтаваліся з верасня. Абсалютную дэталізацыю карабля ўдалося вытрымаць дзякуючы камп'ютарнаму мадэляванню. Увогуле ўдзельнікі лабараторыі паспяхова асвоюваюць распрацоўку і мадэляванне ракет на 3D-прынтары. Як след адмыслова да юбілею, а сёлета спаўняецца 60 год першаму палёту ў космас чалавека, выхаванцы абласнога цэнтра тэхнічнай творчасці падрыхтавалі спартыўныя класы мадэляў ракет. Іх моц была прадэманстравана ў спаборніцтвах, якія прайшлі адразу пасля запуску легендарнага касмічнага карабля «Усход». Наведвальнікаў адзінага ў Беларусі і нават у Еўропе музея Вавёркі, што ў гарадскім пасёлку Вялікая Бераставіца, прыцягвае не толькі вялікая колькасць унікальных экспанатаў, але і магчымасць зведаць асаблівы эфект вавёркатэрапіі. Лясных лекараў тут трое. Гэта пара чылійскіх вавёрак Дэгу, памянушцы Юзя і Зюзя, а таксама вавёрка звычайная Рубін. Апошні пасяліўся ў музеі ў 2019-м. Менавіта з яго з'яўленнем супрацоўнікі ўстановы прыйшлі да думкі аб рэалізацыі новага на кірунку дзейнасці вавёркатэрапіі. У поспеху эксперыменту асабіста пераканалася наша здымачная група. 5 тысяч наведвальнікаў у год. З пачатку існавання унікальнага музея вавёркі комплекснага профілю, які адкрыўся ў 2014-м, тут пабывалі не толькі жыхары раёна, вобласці і Беларусі. Сярод гасцей – прадстаўнікі Расіі, Мальты, Ізраіля, Нарвегіі. Інтэрактыўная карта «Тут жывуць вавёркі», якая знаёміцца арэалам пражывання гэтых жывёл, пудзілы экзатычных прадстаўнікоў сямейства, гербы гарадоў з выявамі вавёрак, прадметы мастацтва, цацкі, кнігі, калекцыі філатэліі і паштовак цікавы дзецям і дарослым. Аднак больш за ўсё ўражанняў і эмоцый пакідае знаёмства з жывымі вавёркамі. Тут дазволена іх карміць, браць на рукі. Супрацоўнікі музея кажуць, гэта сапраўдная вавёркатэрапія. Любой дзень, даже вот такой, как сегодня, пасмурный бельчонок Рубін можа зрабіць светлым, весёлым, радасным. Мы расслабляемся, снимается тревожность, стресс уходит. И даже когда мы шли обреченные проблемами, мы о них забываем, хоть на какое-то время, но уже организм получает расслабление. Праца па стварэнні музея пад кіраўніцтвам Мікалая Пацэнка пачалася ў 2006-м. У гэтым жа годзе быў зацверджаны герб Вялікай Бераставіцы і раёна, у аснове якога герб гістарычны – чырвоная вавёрка пад залатой каронай.
Что до справ сучасных, за коронавируса 90% музеев, подаденных ЮНЕСКО, были вымушены сойти на карантин. Туристичная галина у целом признана одной из самых потерпелых от COVID-19. Але вектор на внутренний туризм дозволил по-новому оценить потенциал региональных установ культуры, выйти им на первый план. Один из музеев Вавёрки у Беларуси и Европе у этом списе. Мы остались на плаву, мы принимали посетителей. Да, конечно, перестали ездить к нам организованными группами, но возросла роль семейного туризма. И очень приятно, когда люди начинают узнавать свою родину, свою Беларусь, и находят нас, приезжают, потому что, опять же, что музей Белки в Беларуси один, единственный, и это уже сразу вызывает интерес. А что же может быть такого интересного? Ну, плюс еще живые белки, конечно. Таким чином активное культурное житё вертается у буйные города и малые населенные пункты. Напереди великий летний сезон отпочинку и каникулов. Их этой обставины берут до уваги у музеи. Зараз во установе працуют 4 залы, природознавчая и историчная тематики, открытая территория с живыми насельниками. Супрацовники удало сполучают классичные и новаторские формы деятельности. Усё это дозволяет музею заставаться центром притягнения туристов. Их этот год тут упэўнены не станет выключением. И это все, о чем мы хотели рассказать. Я разведываюсь до наступных встреч в эфире.